Друзья, забегая наперед, что вам надо сделать? Все бесплатно, абсолютно бесплатно вы установите. Вам зайти только на этот сайт. Ссылку я оставлю под видео в описании. Для тех, у кого Windows 10, вы можете просто обновить его. И все, либо же сделать самозагрузочную флешку. Кто будет переустанавливать семерки или XP более низких версий, у вас будет вот это одно, скачать средства. Вам надо только скачать средства. Нажимаете скачать средства. И указать папку, в которой вы хотите, чтобы этот файл был. И сохраняете. И открыть. И потом только выбрать тички. Сделать самозагрузочную флешку, либо же обновить свой Windows. Я обновлял, семерка у меня была, все увидите в видео. Только открываете файл, показать папки или куда вы установили его. Вот этот файл. Вы его открываете. И вот я сейчас специально монтирую видео. Я снял видео, чтобы показать, чтобы вы не боялись, устанавливайте. Это бесплатно. Сейчас покажу все. Вот я редактирую видео и покажу вам все действия, которые выполнить надо. Это займет, смотря в зависимости от интернета, мне где-то заняло 3,5 часа. После того, когда вы откроете этот файл, вот этот, который скачали, она сначала прошмонает вам, и надо вам принять лицензию. Вот, вы примете лицензию, нажмете «Принять лицензию», начнется выполняться подготовка. И после подготовки вам только надо вот эти две птички, вот обновить этот компьютер, и вот вторая создать самозагрузочную флешку. Вам ничего не надо, вам только надо ставить флешку в свой компьютер, если вы хотите сделать самозагрузочную флешку, чтобы через BIOS загружать, ну, на будущее, то вам надо здесь поставить птичку. А если обновить, вот я семерку обновил, вы поставите птичку сюда, и все. Windows все сам сделает. Главное, чтобы для флешки я 32 гигабайтную ставил. У меня ушло 21,6 гигабайтов на флешку, так как я установил 84 бита, 64 бита и 32 бита. Потому так много места у меня и заняло. И, конечно же, интернет. И вот обновить этот компьютер, поставили птичку и пошли далее. И вот я вам покажу действия все. Вот оно. Здесь это для флешки. Посмотрите потом видео. А вот пошло обновление. Так пойдет загрузка, оно пойдет загрузка. Одна, вторая. Сначала загрузится. Потом будет обновляться, перезагружаться. Вот так вот 98%. И вот пойдет перезагрузка. Когда загрузятся файлы, вот здесь вам готово к установке. Теперь будет установка Windows. Вот у меня установить Windows 10 Pro, верхняя, где я мышкой вожу. А второе, сохранить личные данные. Вот тут изменить можете, выбрать параметр. Я ничего не изменял, мне подошло установить Windows 10 Pro. И нажимаете установить. И вот так пойдет установка у вас обычным способом. Все сам Windows делает. И вот пошла. Вы только будете нажимать далее. И вот идет загрузка файлов. Все показываю я наперед. И вот так пошли теперь перезагружение. Компьютер несколько раз будет перезагружаться. По-моему, 4 раза перезагружался. И вот так установится у вас Windows. С тем ключом, который у вас был, у меня он установился с тем же ключом, который стоял. Вот что я хотел сказать. Я думал сначала, что надо будет переустанавливать ключ. Нет, она установила с тем же ключом мне. И вот опять загрузилась она. Мы обо всем позаботились. И потом вам надо вот эти... Я птички поубирал все. Вы же смотрите, как вам надо. Но я убрал, оно все равно потом поставит все птички. И все. Вот так оно. Нажмете применить. Вот здесь применить. Обычная установка. Откройте видео на телефоне, если первый раз боитесь. Я для этого и снял, чтобы не бояться. Так как я просто прочитал и все. Искал вообще ключ, чтобы купить второй для ноутбука. И потом вам надо, если не все компоненты установятся, либо же ждать, пока обновится Windows, либо же вручную
обновить компоненты, например, фотографии, либо же видеоредактор, вам надо вручную обновить. Если не знаете как, пишите в комментариях, подскажу, как это делать. И у вас будет стоять шикарная версия Pro, которую я вчера установил. И теперь делюсь со всеми друзьями и знакомыми, как это легко все делается, абсолютно бесплатно. Все недостающие компоненты вы вот Microsoft, вот это Sorry, зайдете, так нажмете, и недостающие компоненты выберете здесь, бесплатные фотографии или там плеер, что вам надо. И выберите здесь, напишите в поиске нужные вам приложения и установите сразу, либо же подождете обновления. Я вам предлагаю вот здесь на YouTube будет нажать шестеренку и выбрать скорость поболее, допустим, 1.75, и смотреть в повышенном режиме, чтобы вы все, ничего не пропустили. Все, удачной вам установки. Я эту часть вставлю специально в начало видео, чтобы вы поняли все, послушали и просмотрели, что надо делать. Я уверен, что сможет любой ребенок, бабушка, дедушка установить Windows 10 себе переустановить, обновить. Друзья, забыл сказать, все файлы и программы после обновления, именно обновления, все остаются, никуда не деваются. Все программы, фотографии, все остаются. Так, привет, друзья. Любому чайнику установить обновление. Вот я нашел в Windows. Можно обновить. Вот у меня семерка стоит, показываю. Я почитал, можно обновить изначально. Сразу сейчас нажать это десятки, обновить бесплатно. Потом только подключить код, который есть, или потом уже обновление сделаете. Именно обновление лицензии решите сами. Ссылку оставлю под видео. Нажимаем просто скачать. Вот моя семерка, она что-то мне не нравится. Укороченная. Решил десяточку поставить. Нажимаем скачать, ничего сложного, любой это может. И вот у меня уже два файла есть, просто показываю. Нажимаем сохранить. Открываем теперь показать в папке. Сейчас закачается. Открываем. Абсолютно любой сможет, друзья. Вот оно синеньким. Нажимаем. И сейчас оно будет проверять наш компьютер. Также можно сразу загрузочную флешку сделать. Она все сама устанавливает. Так же самое этот файл скачивает. Сейчас все пока оно покажет. Я уже файл сделал себе. Теперь просто хочу, чтобы не париться, установить, да и все. Так, вот. Пошла подготовка, выполняется подготовка, вот пишет, она проверяет ноутбук, компьютер, любое, какая у вас есть там Windows, вставляйте, обновляйте до десятки, это абсолютно бесплатно, они уже позаботились, вам не надо никуда, ни в BIOS входить, ничего. Вот выполняется проверка, сейчас предложат два варианта. Один вариант — флешку, я вчера уже установил. Так, все, теперь вот подтверждаем лицензию, соглашаемся. Так, подтвердить, принимаем, нажимаем принять, и выполняется подготовка. Вот такую флешку я вчера скачал, на флешку установил, вот флешечка. Сейчас покажу, вставлю ее в компьютер. Я сразу сделал и для старых ноутбуков, и для новых 32-рядную и 64-рядную систему. Вот сейчас зайду в мой компьютер, показываю. Вот моя флешка, вот она, ESD USB. Вот так можете выбрать, вот у меня 64-86, ну 32. То бишь, если надо мне, какую надо, такую установил я. На два разных вида. 32-битную и 64. Ну, 32 вы знаете, вот это 86. И при установке вот эти установочные файлы просто указываешь, сколько вы хотите бита установить.
Так, вот теперь вот вчера точно так же. Создать установочный носитель. Вот если вам нужен установочный носитель, можете удалять. Я ничего не удалял, у меня там были фильмы, оно само все восстановило. Можете взять, сразу пройти, это не трудно. И ее отформатировать, нажать правой мышкой на флешке своей. И нажать форматировать, и все, отформатировали. У меня просто уже готово, я не буду показывать. И если вам надо создать, ставите птичку сюда. Давайте я немножко покажу. Далее. И вот здесь вот только выбираете, сколько выбираете флажок. Вот видите, 32-рядный. Он прошмонал мой компьютер и определил, что мне надо 32-рядную систему. X86. Вот это и есть для этого ноутбука. Но я поставил вот эти оба. Потому что у меня и компьютер, и ноутбук. И далее, и все. Больше вам ничего не надо. Я думаю, это понятно. Язык выставили. И выпуск Windows 10 здесь один. Последний он скачает вам. И все. А если вам надо одна, ставите птичку и выбираете, допустим, 64 для компьютера. Все. Выбрали 64. Птичку брали, выбрали 64 и пошли далее. Я думаю, нормально это объясню. Так, ну я назад, так как мне не надо, я хочу просто так обновить. И вот теперь я ставлю птичку обратно обновить. Я думаю, это не тяжело. Любому чайнику поставить птичечку и поехали дальше. И продолжаю. Далее. Система сама все установит, нам ничего не надо. Вот я хочу поставить десятку. Я покупал, была десятка. Она слетела у меня. И я поставил, какая есть у меня Windows 7. Попробовать. Я, кстати, никогда семерка не работал. Ну, а теперь решил обратно на десятку, потому что десятка есть десятка. И вот пошел у нас ход установки. Все. Вот наши действия были. Все просто. Нажали и поехали. Окно не увеличивается. И теперь только ждем. Ну, все зависит от нашей скорости интернета. Я не проверил скорость интернета, конечно. Сейчас проверю скорость интернета. Так, проверил скорость небольшая. Лицензию уже я потом установлю. У меня на жопе показывал... не показывал я. На компьютере есть лицензия. Посмотрите у себя лицензии Windows. Давайте покажу, пока все равно обновляется. Поворачивайте жопу своего ноутбука, если ноутбук. И вот она, лицензия. Вот здесь вот. Вы видите ключ вашего Windows. Если нет, тогда приобретайте, ну или делайте, как вы знаете. Главное, я же говорю, установите. Любой ребенок может установить, нажать один раз. И флешку можете сделать, если надо, если у вас несколько устройств. Снимаю на смартфон, потому что я же поработал семерочкой, и все, не тащит меня она. Может, то что она укороченная. Ну а пока давайте флешку покажу. Ну, качает нормально, но это только она скачает, а потом сколько она будет устанавливать. Главное, вы поняли, захотели любую свою пиратскую версию, обновили, потом ключ вставили. Мы знаем, как его вставлять. И все. Покажу, как флешку устанавливать. Ну вот, покажу немножечко. Вот открываете 80. Вот сетап. Покажу. Вот он все показывает. Разрешить. Но я сейчас не буду этого делать, чтобы не сбило мне ту установку. И все. Ну, работоспособно. Абсолютно все сам он делает. И ничего не сделает. Только подтверждал далее и в конце. Ага, покажу, сколько оно весит. Тут у меня заняло 21 гигабайт, 21,6 гигабайтов. Я вставил 32 гигабайтную флешку. Вот сколько у меня заняло. 21,6 гигабайта заняло. Так что рассчитывайте, чтобы диск у вас был. Вот у меня 32,4 свободного места. Ну, вообще 57 у меня.
Так что мне тут хватает. Сейчас я не знаю, первый раз устанавливаю, даже не смотрел, снесет оно семерку или несет, как она обновляет. Сейчас все это увидим. Я не искал видео, просто прочитал. Все вот это прочитайте тоже внимательно, что здесь пишет. На десятке я открыл, так она мне два сразу показывает значка. Скачать средства и обновить. Создать установочный диск. А здесь на семерке только вот, скачать средства мне показало. Чуть-чуть по-разному показывает на семерке и на десятке. Так что знаете. Если вы десятку обновляете, у вас может здесь по-другому быть. К чему я? Вот уже 35%, чуть-чуть буду выключать. Да, глянул я на десятки. На десятке будет вот так само нижний скачать средства, а вверху актуализация Windows 10. То бишь обновляете Windows 10, который у вас есть. Это у меня на компьютере десятки так по-другому выглядит, чтобы вы не пугались. Главное, вы знаете, у меня здесь вообще Vista стояла. Все лицензия вистовская. Посмотрим, что будет. Если нет, значит будем другим способом покупать лицензию. Так, уже он 68% загрузила. Поленился я вставить кабель, чтобы быстрее по Wi-Fi идет. Можете почитать больше, дополнительные загрузки. Все, познакомьте здесь. Я вот просто открыл и почитал все, думаю, чего я сам все сделал. Я хотел разделить эту флешку, а потом думаю, а вдруг больше. Все говорили там 16 гигабайт. Но я думаю, если мне два Windows получается, это 64 и 32, то, конечно, думаю, наверное, поболее будет. И точно 21,6. Осталось там 7 гигабайт, а мать их так уже. Зато я не парился, Windows сам все сделал, он это предусмотрел. Абсолютно полностью сам все делает. Так, вот мы 12 минут меняли видео, ну плюс мы останавливались. Так что у кого скоростной интернет, вообще быстро, наверное, обновится. У меня здесь до 30 мегабит в секунду, а проверил 16, так что это небольшая скорость, но идет нормально. Так, перешел я, подключил все-таки кабель. Сейчас посмотрим, как оно пойдет быстрее. Так, вот подключился. Доступ к интернету. Отключу. Вот он. Отключу Wi-Fi. Посмотрим, насколько быстрее пойдет. Так, 93%. И что-то замерло. 99. Сейчас посмотрим, что же будет. Самому интересно, не посмотрел видео, ничего, посчитал. Ну, все доступно тут. Я как раз искал ключ себе для Windows приобрести. И глянуть, да, есть, все есть, и флешку можно сама делать, самозагрузочную, для тех, кто маленький подключился. Надо было вообще в прямой эфир включить, додумался. Так, все, прошмонало, нажимаю только установить. Пошла установка. Я не выберу другие параметры, Pro оставил, 10 Pro, все. Пошла установка. Так, ваш компьютер перезагрузится. Это будет несколько раз перезагружаться. Ну, идет обычная установка. В общем, все, ожидаем окончания установки. Да и все, как обычно. Главное, что пошло. Я боялся, что Windows битый не пойдет. Все пошло отлично. Любой Windows ставьте и не бойтесь. Так, вот оно. Перезагрузило. Пошла перезагрузка. Так, оно все идет. Пошло. Идет загрузка файлов. Пошло. Все. Пошел Windows.
Установка. Установочка даже меня видно в экран. Пошло все. Вот так мы все делаем. Так, работа с обновлением. Ну и все, как обычно. Все, теперь ждем обновления. Так, ноль. Установочка долго будет. Час, наверное, минут 40. Так, пошло уже 14%. Так, пошла перезагрузка. Вторая. Так, дальше пошло обновление. Так, третий раз перезагружается. Так, опять пошло обновляться. 85%, еще немного осталось. Так, пошла еще одна перезагрузка, четвертая. Так, вот и все. Так, все, обновилось наш Windows. Так, включаю мышку. Все, вот как легко обновилось со старым паролем. Ходим. Ничего, видите, ничего не делал. Все вам вживую, друзья, первый раз показываю. Все, входим в свой ноутбук. Уже только с десяткой. Отлично, значит, ничего мне не слетело. Сейчас посмотрим на рабочем столе, все осталось или нет. Что оно будет? Привет. Мы подготовили несколько обновлений для вашего компьютера. Ага, значит, еще только обновление, еще только начало. Так, ждем. Так, это может занять несколько минут. Ну, короче, пошло обновление 5, так что будем ждем. Вот так долго. Это уже часа 2 мы делаем. Кстати, флешка на 3 гигабайта у меня закончилась. Или китайцы врушу. Ну, не могло мне. Хотя расширение 1080 поставил. 1080, да. Уже все, израсходовал. Отец, мне не помогает защитить вас в интернете. Вот такие надписи. Ну, как с обычное обновление идет. В общем, надо ждать. Буду поменьше включать. Но самому интересно, потому и снимаю. Выполняется подготовка к работе. Почти готово, все. Так, вот теперь вот это я все убираю. Так, вот эти все птички я убираю. Так, написано. Так, это я оставлю. Идентификатор экрана получателя отключим. Так, она все равно потом, по-моему, включит. Выберите пункт подробнее, чтобы узнать о перечисленных. Не надо. Отправлять обязательно и необязательно диагностические сведения. Не надо. Так, диагностика данных. Так, местоположение получает функции и возможности по местоположению размещать Windows. Данные о вашем местоположении и возможно как раз использовать их, чтобы... Нет, но она потом включит, по-моему, рукописный. Вот и... Клавиатура отправляет рекопрошение, не обязательно денежки, да, тоже подключаю, все, я все подключал и принимаю, если что потом включу. Все, поздравляю, по-моему 30 дней дается, сейчас я наведу, вот оно что-то, ага, браузер, Energy сразу мне установила, я его люблю, Bing, то бишь, требуется перезагрузка. Так, и по-моему 30 дней дается первого времени, пока, чтобы установить лицензию. Ну, друзья, на этом все. Сейчас покажу, что еще она попросит. Отлично, ничего не снесло, все программы мы и остались. Короче, рекомендую этот метод. Что там вот она еще кидает мне. Так, предлагает сочетание клавиш других. Хорошо, отлично, поменяю. В общем, все, ребят, мы в системе. Отлично. Бесплатно и все, обновили дрековую семерку или XP. Делайте, делайте, не зовите, не платите, не выбрасывайте бабки. Energy я сразу устанавливаю. Это мой любимый браузер. В нем у меня много видео. Читать можно, озвучивать все статьи. Классные. Смотрите видео в рекомендованных.
полностью озвучивать текст можно онлайн. Прочитать текст любых статей и видео. Так, вот это моя старая стояла, так что он мне еще накидывает. Ага, это браузер остановился. Energy. В общем, работайте, все. Теперь только ключ поставим и все. Ну, у меня здесь активирована семерка. И она с этим ключом прокатила у меня. В общем, вы поняли, друзья. Самое важное, что не снесло все мои старые файлы, все осталось. Сейчас я посмотрю, открою. Открываем мой компьютер. Сейчас еще найти надо. Раздуплиться. И посмотреть. Так, вот, этот компьютер нажимаем. Значок. И открываем. Но работает пока еще не живенько. Так, было сколько у меня там? 27 или 37 свободных. 24 свободных осталось. В общем, обновило мне, видать, все, что не нужно, поудаляло само. В общем, пользуйтесь, друзья. Так, вот такая панелечка. Вот я посмотрел сразу, боковая. Так, вот подключение интернета. Wi-Fi есть, все нормально. Что еще показать? Главное, что со старым ключом все вошло, ну, может, пробный период, но я здесь ключ как раз активировал где-то месяц назад. Я думал, опять надо вводить, все нормально. Все, друзья, разбирайтесь, всем пока-пока, вот я вам вживую снял, извините, там, что не так, снимал вживую, так, думаю, и себе установлю, и помогу всем друзьям-то знакомым, чтобы могли легко устанавливать. Я сам не знал, что есть такой метод. Вот я вам воочию показал. Все, всем пока, удачи. Только там, наверное, было... Вначале можно было выбрать другую версию, но я выбрал Pro, как бы я ее и хотел. Все. Может там любительскую установить. Всем пока-пока. Так, вот параметры моего компьютера. 3 гигабайта. 2,2 Гц. 2 ядра. Да? 2 ядра по 2,20 ГГц. 32-разрядная операционная система процессорная. Процессор X64. Для этого компьютера достаточный вот с помощью... Все, вот такие параметры мне. Windows 10 Pro, версия 21H2, дата установки 18.12.21. Так, сборка, вот номер. Windows такой-то, такой-то. Все, друзья, на это точно уже все показал вам. Как смотреть, вот нажимаете на пуск правой мышкой и нажимаете система. И вот ваши все характеристики показывают. Можете посмотреть сведения в разделе безопасности. Все, на этом уже точно. Пока. Устанавливайте.